На сцене ансамбль русской песни «Праздник». Художественный руководитель, лауреат премии правительства Российской Федерации Александр Краснов. Извиняюсь, я должна еще раз сказать. Вот только 3 месяца назад пришло в этот клуб Александр Валерьевич Краснов и Татьяна Робертовна. Пришли с нуля, создали коллектив. Сентябрь, октябрь и ноябрь. Вы сейчас увидите этот коллектив. Во-первых, обули, одели и уже лауреаты международного конкурса сохранения народных традиций. Лауреатство получили. Я обращаюсь к родителям этих детей. Ради Бога, помогайте всячески. Это талантище каких? Ну, все тут талантливые. Но такого таланта этот Дом культуры еще не видел. Встречаем. Все приданные собрали и уехали к другой. Вот, 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 в
Уважаемые друзья, я человек в искусстве, как бы сказать, не молодой, уже на протяжении, наверное, 3 десятка лет нахожусь на сцене, гастролирую, выступаю. И вот для меня дубки, я познакомился буквально вот, ну, совсем сюда пришел на работу, директор позвала, вот буквально с сентября месяца. Что я могу сказать по этому поводу? То, что для меня, как для музыканта, дубки это был не просто округ Саратовской области или населенный пункт, это была такая мощь. Я очень надеюсь, что она останется. Была такая мощь музыкантская, или музыкальная, как будет правильно сказано, не знаю, которая гремела не только по Саратовской области, но и по России, и за рубежом. Я очень желаю, что следующее руководство хотя бы смогло это сохранить. Лидия Викторовна, а вам долголетия, здоровья и всего самого-самого хорошего. И низкий поклон от всех музыкантов.